Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре такая полировальная машинка, как LHR 15 Mark II системы Bigfoot. Мы расскажем все ее преимущества по сравнению с другими конкурентами, по сравнению с предыдущим Bigfoot, это новая модель. А в следующем видео покажем вам практический семинар по полировке автомобиля. Хочу познакомить вас с очень интересной позицией в бренде Rubis. Rubis – это итальянский премиум бренд оборудования для подготовки поверхности и для полировки, будь то автомобильная промышленность, мебельная, металлоконструкция. Сегодня у нас обзор машинки LHR 15 Mark II, которую завозит на территорию Украины официально компания Refinish Ukraine. Refinish Ukraine является официальным импортером бренда Rubis. У нас поддерживаются полностью все гарантийные и послегарантийные ремонты. Есть полный склад запасных частей и огромный ассортимент товара на складе. Непосредственно сегодня мы будем говорить о машинке LHR 15 Mark II. Это усовершенствованная машинка LHR 15. Используется она для полировки любых типов поверхности. Начнем с распаковки. У нас данная комплектация — это LHR 15 Mark II STN. Что входит в комплект? Документы. Набор из 4 микрофибровых полотенец, так как у нас 4 типа кругов, 4 типа паст, 4 типа полотенец. В данной комплектации у нас 4 полотенца. Машина появится позже. Данная комплектация у нас идет 2 круга. Из жесткого поролона с сетчатыми секциями самого поролона. Что это нам дает? Использование такого типа поролона нам дает значительно более высококачественную полировку за счет того, что во время процесса полирования жесткий поролон правильно передает энергию на деталь и правильно располировывают пасту, при этом по всей плоскости поверхности. Также секции сетчатые поролона не дают нам перегреваться полировальной пасте и поверхности. Значит, это у нас полировальные круги и, соответственно, 2 шага полировальных паст. Керамик глосс и кварц глосс. Это медиум, это файн. Зеленый — это у нас первый номер, файн — это у нас второй номер. Значит, это по пастам. А вот и сама полировальная машинка. Значит, что изменилось в полировальной машинке? В полировальной машинке по сравнению с предыдущим образцом изменился непосредственно добавлены резиновые части на носике для удобства, для отсутствия скольжения. Точно так же прорезинена ручка. Очень удобно сделана фиксация, кнопка фиксации. Также сделана у нас резиновая вставка сверху, для того, чтобы во избежание падения, когда мы полируем деталь, где-нибудь положили нашу полировальную машинку, во избежание падения у нас, значит, данный тип машинки имеет шаг эксцентрика 15 мм. Есть еще машинка с шагом эксцентрика 21 мм.
15 миллиметров значительно более интересная модель, потому что она по всем своим характеристикам ничем не уступает, подходит под диаметр круга 150. С данной машинкой можно использовать как полировальные круги эксцентрикового типа, то, что видно у нас на видео, точно так же и полировальные круги обычные, без эксцентрика. Они будут работать эффективно, только если мы будем использовать фирменные круги. Значит, отдельно по самой площадке. Площадка 125 мм диаметр, она имеет ряд отверстий. Обычно на всех других конкурирующих брендах таких площадок не существует. Для чего сделана такая площадка? Так как машинка имеет эксцентриковый ход, а не роторная машинка, которая вращается только вокруг своей оси. Соответственно, у этой машинки идет значительно большая передача тепла и энергии. Это нужно учитывать и, соответственно, охлаждать эту машинку. Поэтому тут специальная конструкция самой площадки полировальной для охлаждения. Тип машинки полностью закрытый. Это уменьшает шансы попадания частей абразивной пасты, пыли и всего остального. Соответственно, увеличивает очень сильно срок службы данного инструмента. Что изменилось помимо этого по сравнению с предыдущей моделью? По сравнению с предыдущей моделью тут изменены обороты. Обороты у предыдущей модели были от 2 до 5000. У данной модели 2500, 5300. У марка 2 21 2500, 4700. Значит, что нам это дает? Это нам дает более высокую мощность, порядка 30% прирост по сравнению со всеми другими существующими машинками. Это нам дает значительно более эффективное полирование за более меньший промежуток времени. Ход эксцентрика на любой полировальной системе дает нам минимальное образование голограмм. Это очень важный аспект, потому что в этапах полировки самая большая проблема не первый шаг полирования, а самая большая проблема устранения голограмм на темных цветах. Непосредственно данная машинка, она очень успешно справляется с этим моментом. В дальнейших видео мы покажем этапы полировки, этапы подготовки под полировку соответствующие. И будем держать вот в курсе событий, как, не нарушая технологию, за минимальное количество времени максимально эффективно получить высочайший результат. Данная полировка может быть использована как на детейлинге, так и в рамках после окрасочной полировки кузова автомобиля. Большое спасибо за то, что прослушали и просмотрели наше видео. По всем интересующим вопросам нас можно найти в интернете refinish.ua. Большое спасибо!